традиционно на ровном боди, качай свое тело, качай тело, если быть дословным. Сделан он для повышения хип-хоп-культуры, понимания ее, то есть привезены замечательные люди, очень авторитетные танцоры, авторитетные диджеи у нас, как бы здесь собрали нормальных людей, чтобы качать, задавать жару, бит и прокачивать. Самый главный критерий — это музыкальность. Музыкальность, а дальше уже все остальное накладывается. Техника, изоляция, вариация, работа корпусом, все что угодно. Картина в общем, да. Но да, чтобы все присутствовало по максимуму, да, четкость. Я тут брейкинги буду. Но это одно, как бы, да, везде, в принципе, такое. Общая картина, чтобы было чисто, красиво. Главное — получать удовольствие, танцевать вообще не задумываясь ни о чем, а не думая о всяких проблемах, получать главное удовольствие, как и все. Давайте поддержим Супермена! Почему ты решила принять участие в этих соревнованиях? Ну, потому что туса вообще очень крутая, не знаю. Я уже сколько, минут, наверное, 10-15, а я уж такой энергией зарядилась, на самом деле, вообще круто тут. Oh yeah, sorry. I'm gonna be judging the B-Way competition. Он будет судьей на этом соревновании, на этом мероприятии. Откуда он? Спроси, пусть расскажет. Where are you from? From Florida, but I live in Los Angeles, California now. Нравится ли ему здесь, в России? Do you like Russia? Yes, I like Russia. It's too cold, but I like Russia. Да, но немножко холодно. We're happy to be here to share the culture with the kids, the youth, and looking forward to seeing the B-boys and the B-girls here. And yeah, I just wish everybody luck for the culture, everything here in Orsk. Для Ютова.